Открытое акционерное общество «Молодая гвардия» специализируется преимущественно на молочной продукции, однако большую часть составляет посев зерновых. Общая площадь хозяйства составляет более 4500 гектаров. Из них 1669 – это озимые зерновые, 300 – рапс. В разгар уборочной кампании особое внимание уделяется жатве зерна. На данном этапе уборочная в хозяйстве завершена. Уборочная была завершена у нас. На молотом 6192 тонны при средней урожайности 37,1 центнера. Это что? Это просто зерновые? Это просто зерновые без учета рапса. Рапса было намолочено 1026 тонн. Теперь первостепенная задача – сохранить урожай. Помочь в этом аграриям вызвались активисты общественной организации «Белая Русь». И сегодня здесь представители трех общественных организаций – Брестской районной организации, организации Московского района города Бреста, Ленинского района города Бреста. Это молодые люди, члены нашей организации, которые решили оказать содействие нашим аграриям. Это первая такого рода акция, в которой мы принимаем участие. И я думаю, что она будет успешной, мы будем ее продолжать каждый год. Будем надеяться, скажем так, что на следующий год, во время уборочной, они к нам приедут чуть-чуть пораньше. Будем с ними сотрудничать. В акции принимают участие около 20 человек, которые с энтузиазмом выполняют любую работу. В том числе занимаются наведением порядка на территории зерносушильного комплекса. Любой труд приносит свои плоды и является очень ценным. Я часто участвую в таких акциях, и я считаю, что это очень важно так вот помогать работать. Эта работа помогает познакомиться с новыми людьми, найти знакомства. Вот, помогает интересно провести время и, в принципе, разнообразить свою жизнь, а также помочь предприятию. Основную часть активистов, членов организации «Белая Русь», составляют студенты Брестского государственного технического университета, изъявившие желание принять непосредственное участие в акции, а также получить необходимый опыт в освоении их будущей профессии. Помощь хозяйствам Брещины будет оказываться и дальше.